Твери был дан старт городскому фестивалю «Тверская звездочка-2023». Его участники – воспитанники детских садов Твери. Несмотря на возраст, малыши продемонстрировали взрослую выдержку и смелость и показали свои танцевальные и вокальные таланты на большой сцене Дворца детей и молодежи. Подробнее расскажет наш корреспондент. Фестиваль «Тверская звездочка» проходит уже не первый год и каждый раз привлекает внимание. Он вызывает огромный интерес со стороны педагогов, родителей и самих малышей. Для них это главное приключение, целый праздник, где именно они – главные герои, рассказывают педагоги, которые помогали малышам ставить творческие номера. Такие мероприятия – это первый большой опыт для детей. Они дисциплинируют, они вдохновляют, они раскрепощают, они дают ребенку вот какой-то жизненный опыт, который, я думаю, что пригодится им в дальнейшем в их более взрослой жизни. Они с большим нетерпением ждали свое выступление. Возраст участников от 3 до 8 лет – это 830 ребятишек из 70 дошкольных учреждений Твери. Каждая команда подготовила свое уникальное представление. В основном это были танцевальные номера и разные сценки. Все праздничные вот эти номера, они пронизаны патриотизмом, любви к своему городу, к своей стране, в которой мы живем. Красной нитью через все выступления пройдут темы весны, пробуждения природы и счастливого детства. Фестиваль рассчитан на несколько дней. В первый день на большой сцене выступали воспитанники дошкольных учреждений Заволжского района. Их пришел поддержать заместитель главы районной администрации. Администрация Заволжского района, безусловно, всегда поддерживает такие проекты, которые, ну, делают нашу обыденную жизнь ярче, беззаботней. Через свои танцы, через свои номера, песни они донесут до нас, всех, вот именно те эмоции детские, которые нельзя как-то подделать, они совершенно искренние. На очереди выступления ребятишек из детских садов Центрального, Пролетарского и Московского районов. Фестиваль ежегодно проводится городским управлением образования в целях воспитания детей, развития их творческих способностей, выявления юных дарований, воспитания художественного вкуса и культуры. Все участники фестиваля будут признаны лауреатами и награждены дипломами, призами и подарками. А большой гала-концерт состоится 12 мая там же на большой сцене Дворца детей и молодежи в Твери.